варвары. Новость взята из открытых источников. Ведомости. 27 ноября 2020 года. Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за коронавируса в школах до 2022 года. Роспотребнадзор предложил продлить меры по профилактике распространения коронавируса в школах до 2022 года, следует из проекта постановления ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», говорится в документе. Согласно действующему постановлению, которое было принято 30 июня, в детских организациях, в том числе школах, запрещены массовые мероприятия, при входе должна проводиться термометрия, должны регулярно убираться и обеззараживаться помещения и поверхности. Кроме того, у каждого класса должен быть свой кабинет, а занятия проводиться по графику для минимизации контактов обучающихся. Документ также закрепляет правила по профилактике коронавируса при организации отдыха и оздоровления детей. В некоторых российских регионах школьники старших классов, а также учащиеся вузов и колледжей, переведены на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, в Москве удаленка для старшеклассников действует до 6 декабря.